канал Алина Ерошина, и мы начинаем. Сейчас я нахожусь на Крите, и сейчас я вам покажу, чем нас кормят. Вообще, еда в Греции, она очень отличается от других стран, в том числе и от России. Ну, если, допустим, в отель прийти, да, то в Италии совсем другой завтрак будет. Сейчас я вам покажу, какой у нас завтрак. Я вам покажу только завтрак, потому что ужин и обед очень похожи своим составом, только некоторые вещи как-то отличаются. Итак, ребята, вот что я взяла. Бекончик, круассан, луковые кольца, огуречки, помидорки и, конечно же, фасольку и фирменный сыр Фитакса. Это фирменный греческий сыр. А что же взяли мои родители? Мама взяла вот такой фруктовый салатик, а также панкейкс, то есть как бы такие как бы оладушки, тире, как у нас, блинчики. Типа нутеллу такую. Апельсины, они тут очень вкусные, тоже такой сыр и другой сыр. А вот что взял наш папа. Наш папа взял, как обычно, все по-королевски. Булочки, сыр, масло, колбаса, луковые кольца, бекон и глазури. Мам, скажи всем привет. Всем привет. А вот папа мне принес чай, а это мамин кофе. В общем-то, мы сейчас будем кушать. Я вам рассказала о том, чем нас кормят в отеле. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки и увидимся в новых роликах. Пока!